Так, джалеби. Саши с другом пришел. Чай? Сэром. Сейчас сделаю чай. Нет. Чего? Давайте еще на красав хорошо красный, вот этот, который ставит. Нам кум-кум. Давай. Потому что мне я как бы не ходила. Светланка досидела сегодня до окончания даршана и получила просад. Я говорю, а я ушла раньше, потому что мне ж надо было Саши пустить. Она говорит, а я тебе принесу, у меня кусочек просада остался в мандире. Если бы я одна пошла и без камеры, то мне нужно, можно было бы досидеть и получить просад. Ну, это все равно, если надо, то ты получишь хоть как. Вот. Светланка зашла и сейчас говорит, сейчас побегу, я тебе принесу просад. Даже свой телефон оставила. Она все время меня что-то вызывает, не приходит, не сидит. Саши барин такой, одни, вторые, третьи, четвертые тапки расставил. Говорю, надо покупать уже. Так, короче, показывай просад. Надо вам такой пирог? Могу отрезать половинку? Ну это что, это просад что ли нет, был? Нет, это я купила, я вон Фёдору с ней несу. Я хочу что-нибудь приготовить, я приготовлю. Ладно. Я вообще сегодня буду спагетти готовить. Я там ела, но я ломала. Угу. Вот, бери вот это побольше вам, а эту я Свете отнесу. Я не знаю, она была или нет. Ой, а что это вообще? Вот ты попробуй, очень вкусно, я не знаю. Так. Типа халва какая-то. И такую я первый раз ела. Угу. И вот такую. Действительно вкусно. Очень вкусно, я первый раз такую ела. Необычная такая. Угу. Это я Саше сейчас отдам. Да, Саше обязательно. Сайрам, спасибо и большое. Вот кум-кум, отсыпь, сколько тебе надо. Угу. Хорошо, я сейчас, не знаю, секундочку. Света тоже брала или нет. Секундочку. Мне как бы... Это вот в таких пакетиках, в которых они пишут, он сайрам, да, он сайрам. Да, да. И представляете, это все от руки написано. Да. Это и студенты, и преданные пишут. Сейчас чуть-чуть возьму. Да. Не чуть-чуть, куда-нибудь. Сейчас, ага. Дарлинг. Йо. Светлана, get from Mandir Prasad, please. She bring to Ratura. Thank you, мама. Eat all. Thank you. Mm-hmm. Welcome. Сейчас. Ну, давай вот сюда чуть-чуть мы положим. И вот видишь, как хорошо. Я хотела сразу Свете занести. Все, ага, хватит. Это, да, отложи еще. Достаточно. Это давай. Самое. А ее нет, дома не оказалось. Значит, надо было вам принести. Ну ладно, тогда пойду домой, раз ее нет. Кум-кум, это ведь все-таки же сделано из куркумы и шафрана, да, по-моему, да, как-то? Да, верно. Я вот не знаю, но запах. Запах вон, видишь, какой. О, да, куркумы. Да. И, кстати, да, куркумы сильный запах. Давай-ка проверим кум-кум. Да. Красный порошок кум-кум. А ты не знаешь, что кум-кум? Ой, ты не знаешь, что это за звук чаш или гонга поющего вот сейчас постоянно вот на улице? Ты слышишь? Я не слышала. Ну вот сейчас звенит. Сейчас? Да. Ты не слышишь, что он звенит? Кум-кум, порошок красного цвета, с помощью которого рисуют точку бинди, а также красную полосу в проборе прически, ну, индийских женщин. Используется это украшение исключительно замужними женщинами. Ну, это вот в проборе только замужние рисуют. Синдур – важный компонент в индуистских поклонениях божеству в пуджах. Красный цвет – символ плодородия
и восстановления власти, женской энергии, Сати и Парвати. Сати является идеалом жены в индуизме из-за жертвоприношений, которые она совершает для защиты чести своего мужа. Так, из чего сделан-то? Вот тебе и надо задать вопрос, из чего он сделан. Да. В Википедии давай посмотрим. С нашим истинным я. Кум-кум, порошок, используется в индуизме. Так, назад. В индуизме для социальных религиозных меток производится как из турмерика, так и из шафрана. Шафран для кумкума делается из цветка крокус. В общем, из турмерика. А турмерик – это куркума. Турмерик, например, высушивается и растирается в порошок, иногда с добавлением гашеной извести, которая делает растертое ярко-желтое вещество красным. Поняла? Угу. Вот. В общем, это куркума та же самая. Да, и, видимо, с шафраном. Так, вот я тебе две скинула. Ага. А там уже сама найдешь. Хорошо, благодарю. Самое хорошее, да, вот дыхание Вселенной, практика, почувствовать дыхание Вселенной, стирание негативных программ. И второе, путешествие с вашим ангелом, высшее измерение сознания. Это ты видео чьи? Лариса Шиберт. Лариса Шиберт. Шиберт, очень-очень красивая молодая женщина, очень девушка. Красивая. Сколько ей лет-то? Я вообще думала лет 15. Нет, она постарше, старше 20, я не знаю сколько. Музыканта. Там, и... там семья уже такая, понимаешь, это... Да. Там мама у нее занимается, я... Путешествие с вашим ангелом-проводником. Угу. В пространство многомерности, вглубь себя. Куда-то я не туда. Это она? Да, это она. Это Лариса, да? Да. Угу. Я просто увидела Марина Малини, кажется. Малини, да. Канал нашла. И да. Она берет интервью у многих интересных людей, таких вот, да, вот необычных. И там я встретила эту девочку. Девушку. Любви, вот. Она композитор. Вот ее медитация, практика медитации. Столб света, переход в пятое измерение, обретение тела света. Вот это я сегодня прослушала, замечательно вообще. Угу. Супер. То, что мы... Слушай, неужели ты не слышишь эту вот странную музыку? А я слышу звенящую музыку гонга. Вон девушка раскладывает на крыше, сушит. Друзья, вы слышите или нет? Не знаю, у меня этот гонг постоянно. А у тебя есть мощная мантра любви и нежности? Присылай. Будет, присылай, будет. У меня много мантр, всего-всего-всего, но присылай, ты не стесняйся, если хочешь, отсылай я мне. Я просто понимаешь, я чтобы лишнее тебе самое не грузить, я почему спрашиваю? Это просто обалденная наша мантра, я ее так люблю. Да, это красавец. Же она? Девочка? Да, это Дева Примал, да, ага. Угу. Так, а это, по-моему, забыла, как ее звать, но я с ней встречалась в Ришикеше, вот с этой в белом. Дева Према Ренд Мо. Шатам Каур. Шатам... А, Снатам Каур, вот это вот в белом. Угу. Айна, кто такая, с ней еще не знаю. Тоже певица, поет мантры. И мы были в ашраме, отмечали день рождения ее дочери. Как раз тогда она всем тортик раздавала. Надо в Ришикеше. А надо... тоже очень хорошо поет. Надо мне их сохранить тоже. Туда да, сохрани, ага. Красивые какие-то. Очень красивые. Угу. Да. Это еще до Саши даже было. Я до Саши вот это вот все получила, этот интересный опыт. Ладно, потом послушаем, спасибо. Хорошо, что я нашла сразу. Ты тыкву ешь? Дай я тебе половинку дам. Мы сегодня купили большую, нам столько не надо. Давай, конечно же, я очень люблю.
Ура, ура, ура. Неси, неси, говорит, сейчас принесу, не убегай. Так. Светланка, на. А запах. Кто поднимается, ты кому сказала? Леночка позвонила, говорит, можно к тебе на минуточку? Ну давай. А ты к ней. Леночка, ты где? Ты какая красивая. Ом сайрам. Это остатки от утреннего Даршина. А, ты... Я тебя видела. Я видела тебя на Даршине. Заплывает. Леди, ей сразу же просад дают, да. Я вообще поразилась. Так куда меня посадили, ты видела? Я видела. Я, главное, хотела с краю сесть, вот тут рядышком место смотрю. А ее вперед. Она мне да, говорит, да, она да. говорила, ага, я что. Вообще, я, да, у нас сегодня радостное событие. Это Хелене передать, это да? Это Хелене, вот смотри. Это то, что ты мне давала. Да, 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 ага. Это, ну вот прям, на, я... А она говорила, Нелли вроде бы хотела ей что-то передать, или ты? Парацетамол, это я. Она сказала она положить звонила. Под скамейку и уходить. Она сказала, чтобы мы ничего не заразились. Это, а что-то, ибупрофен. Угу. Все после еды, а это разжижает кровь. Да, да, а да, это дисперин. А это то, дисперин. Что ты давала, осталось. Я угу. все-все сложила. Все, да, мы тут все, да, друг другу передаем. Она звонила, говорит, а может я попробую те средства, которыми вы пользовались. Она плакала, у меня такие были слезы благодарности, а я не взяла платок. Я не взяла платок. Я поблагодарила маску. Откуда у меня эти слезы? Это слезы всех людей мира через меня проходили. Наверное, целый стакан. У меня все платье было мокрое, но это не какие-то слезы отчаяния. Это радости. Это какая-то очищение. Просто неописуемая да. благодарность за да, то, и благодарность. Что мы знали с вами, что он так близко нас к себе приблизил, Светочка. Да, да, да. Я не знаю. И Федор говорит, там так долго выступали, так скучно что-то говорили. Мы же английского не знаем. А я была в другом состоянии. У меня все лились слезы. Я посмотрела на эти флаги стран мира, которые развешены. Ага. И вот раньше на меня это так не действовало, а сейчас я вот каждой клеточкой тела ощутила, что мы едины. Абсолютно. И это... Вот знаете, состояние, мы когда плачем, когда нам больно, когда там жалость какая-то, а это какие-то другие слезы, это слезы какой-то неземной радости, что ли, я не знаю, что это было. Муски так косятся на меня, думаю, что она плачет, никто не плакал рядом, никто. А я, и течет у меня, и течет, и течет. Только к концу, я когда Светочку увидела, ну, ты чуть раньше прошла, там я ушла, потому что мне надо было выйти за ворота и Саши разрешить зайти. У него была сумка, моя камера понятно, была. Понятно. Вот, поэтому я половину только вот, смогла я видела, отсидеть. Я видела, как они рассаживали людей. Сначала точки, ну, по точкам рассаживали, прям так все ответственно, как повалил ножом. Идет, 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 идет. Они уже между, а потом уже как всегда. Ну, вначале, да, там рядом. Между людьми по метру было, потом по 50 сантиметров. Потом зал заполнился. Я даже на улице, я выходила одна из первых. Смотрю, люди не попали. Ну, просто места уже не было. Но просада всем хватило, даже нашей Светочке. Да, конечно, я зашла, мне в первую очередь просад дали. А там потом еще и посадили в такое место. Там главное, как бы по разметке места не было. Да. Меня просто привела и сказала, вот сюда. Я увидела это все. Ну, думаю, Света в надежных руках бабуля. Так я вам сейчас скажу. Девчонки, возьмите по арбузику, проверьте. Я не знаю, хороший, нехороший. Вот нет, а вдруг тащили, какой-то не созревший или перезревший? А что, мы на рикше приехали? На рынок идти, у меня планы. А что, у нас работает теперь? Я даже список написала, ну вот это состояние. Угу. Вот сейчас я начала разговаривать. Я еще долго пребывала в этом состоянии.
Думаю, какой рыбы? Так а вы, может, тогда будете общий какой-то суп делать с тыквой? Я еще отрежу кусок. Не нам надо. Это хватит. Вам хватит? Девочка, на всех? Из холодильника быстро попадает. А, да, ну тогда вам хватит. Точно на троих должно хватить, да, здесь хорошо. Этого супчика. А что ты хочешь показать? Давайте, девчонки, сайрам, сайрам. Хэппи Гуру Пурнима. И я вас люблю. Самые лучшие соседи. А знаете, что важно? Вот пока мы здесь втроем, мне сегодня Сита... Вот ты мне не прислала, кстати, Лена, то видео, где ты говорила, планеты там быстро есть. Я не знала. Сейчас это очень важно, Леренька, можешь даже снимать. Это очень важно для всех. И мы сейчас все вместе это скажем. Сита прислала мне сообщение. Подождите, готовьтесь. Сейчас мы пропоем всем. Очень важное то, что надо сказать всем вместе. Сейчас самые сильные часы. Сегодня Гуру Пурнима, и все планеты сошлись так, что все должны, все люди на планете сказать: вместе спокойствие ума для меня и моих близких. Вместе спокойствие ума для меня и моих близких. Для меня и моих близких сейчас. Сейчас. Вместе, вместе спокойствие ума для меня и моих близких сейчас. Вместе спокойствие ума для ума для моих близких. Сегодня 24 июля 2021 года. Всех с Гуру Пурнимы. Ура! Ура! Вот это очень такие важные слова. Это вместе как раз спокойствие ума для меня и моих близких сейчас. Вот. И три раза надо это говорить. Ну, это практически шанти, самаста лука, сукино, каванту. Пусть будут счастливы все существа во всех мирах. Да, это тоже. Вы поняли, что некоторые сейчас вот смотрели трансляцию и никак не могли понять, что там возлагали на самадхи. Это в виде поделки глобус, наш земной шар. И Саи Баба, представители Организации Объединенных Наций, приехали сюда, и они инициировали прием знаний, которые Сатья Саи для всего человечества послал. Вот. Поэтому это столько в ашраме было полицейских и мужчин, и женщин, и вокруг ашрама. Очень много важных персон прибыло. И знания для всех людей официально, для всех стран мира. Замечательно. Да. Все это уже проявление. Да, прекрасно. Замечательно. Ом Джей Сайрам. Ом Джей Сайрам. Праздник, праздник. Счастливо, девчонки. Елене привет, если что. Хорошо, да. А она сказала к ней не заходить, под скамейку положить. Можно. Позвонить и уходить. Приятного аппетита, дорогие друзья. У нас спагетти в молочном соусе с маслинками или оливками, как их называют. Салат с помидорами, огурцами, луком и корн кукурузой и с майонезом. Вот так. Всем приятного аппетита. Мне надо на крышу. Пойду забирать свое белье. Ой, забыла веревочку, бусики из прищепок. Успела, бусики взяла. Воробей. Оп.
Привет. Привет, воробьям. Видите, какой подъезд. Ну, или, может, не воробей, как-то он странно хвостиком трясет. Может, другая птичка. То обезьянки, то вот птички. Классный подъезд, да? Сейчас 5 вечера. Я сходила на крышу, забрала белье. И вот только стали одеваться. Надо же Хелене отнести, купить фруктов. Она кушать не хочет, но все равно надо фруктиков купить. О, и уже дождик начался. Но отнести все равно надо таблеточки. Тора-тора лейта. Да, начался дождь. Выйдет в Анауэ. Да, я же не помню. Давай подождем часик, полчасика. Only put mango, I can take umbrella and buy and put it outside her home. Да, окей. I will give you tablet. It's not possible, it may be take longer. Yes, давай. Он говорит, тогда я один пойду, возьму, говорит, зонтик. А я уже нарядилась, только оставалось. Ну ладно, окей, you go alone. Сейчас, ага. Таблеточки и манго. Take tablet for her and mango. И сейчас, может быть, он найдет на улице манго. Ой, какой он у меня молодец. Мне в такую погоду вот уже действительно не захотелось идти. Такой ливень. А делать-то надо, помощь-то оказывать. Я положу сову, дарлинг. I will put owl. Owl. Вот. В общем, мы решили. Я думаю, что там, наверное, все разбежались, продавцы манго. Поэтому мы сейчас ей положили арбуз, бананов, баттермилка, конфеты. Вот, таблетки. Да, угу, давай. I will call her. Or you call her from outside. You tell her, Helena, I bring for you. I will call, да. Просто если она не ответит, она мне не всегда отвечает. Вот, ну, в смысле, она отвечает, но связь не всегда есть. Вот. То я говорю, ты покричи, потому что она не откроется. Она сидит закрыта и боится кого-то заразить. Ну, хорошо льет. Не знаю, откуда только. И небо-то практически чистое, а льет хорошо. Я помню, мы с одной подругой разговаривали, она заболела. Я пошла к ней с банкой щей, с едой. И потом она говорит, вот... Всегда говорят, там надо кого-то, чтобы был, потому что стакан воды. А говорит, а если вот, ну, нету действительно того, с кем хочется быть, мы же можем действительно стакан воды сами друг другу принести. Это мы с ней тогда так рассуждали еще, даже еще до Индии. Всегда найдется, кому принести стакан воды. Что забыл? Зонтик? Радуга, рейнбоу. Yeah? Да, посмотри, какая красота, радуга. Oh, beautiful. Beautiful rainbow. Все? Now everything. Yeah, все? Fine. Теперь все fine, да? Хорошо. Ну ладно, ну давай. Thank you very much. Welcome. Спасибо. Ага. Ой, папа. Давай. Беги. See you, ага. Друзья, радуга. Видно? Так. Давайте ловить ее. Это вот приближающий большой камеры я сейчас снимаю. Сейчас поснимаю той своей маленькой Sony. Это Panasonic. И посмотрим, на какой красивее. Цвета не везде одинаковые. Вот это сейчас уже снимаю маленькой камерой.
Как вам больше нравится? Видно, да? Вот, вот она. Дорогие друзья, спокойной ночи. Чип и Дейл пришел. Я говорила, да, что я их переименовала. Теперь они у меня Чип, Дейл и Гайка. Вот. Все, у нас день заканчивается. Думаю, никаких больше новых событий не произойдет в нашей жизни, если только в жизни вот этих вот малышей. Но у них тоже, смотрю, такая же, вот такая же совершенно размеренная жизнь. Ой, ой, не, у них нормально так. События какие-то. Убежал. Ну и ладно.